Canon EXOS 130. Замена вспышки. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике Canon EXOS 130 разбор. Чаще всего вспышка выходит из строя из-за механических повреждений. Уронили, бросили, разбили. Откручиваем два винта, фиксирующие крепление вспышки. Извлекаем светодиод подсветки и вынимаем вспышку. На вспышке находится батарейка часов и лампа вспышки под стеклом. Новую вспышку вставляем обратно в корпус. Устанавливаем светодиод подсветки и закручиваем винты. Все, вспышка заменена.